пластические операции. Не. Девчонки мне сказали, господи, Жень, пойди сделай пластику. Ну, я подумал, ну, боязно же все-таки, господи, может, хуже будет. Но потом в зеркало посмотрела, хуже не будет. Ну, не будет, не то, что мужики, уже эти пугало отворачиваются, господи. Лицо прям сморщенное, как сухофрукт. Тело прям оплыло, господи, как свеча прям жиром оплыло. А девчонки говорят, Женя, не волнуйся, иди. Внешне посмотри, будешь как девочка, а опыт настоящей женщины мужикам нравится. Ну, пошла, боялась, конечно, господи. Доктор сказал, не волнуйтесь, Евгения Петровна, выйти совсем другим человеком, господи. Ну, 3 часа под наркозом, кромсали, здесь срезали тут... Ой! Кожу натянули так на лице, что ноги не сгибаются, понимаешь? Сажусь, и коленки не могу согнуть, прям так сажусь, господи. Хочу что-то сказать, а приходится руками рот растягивать так. А локти тоже не сгибаются. Но доктор сказал, ничего, говорит, кожа обносится, подрастянется. Он мне сказал, говорит, ничего. Зато, говорит, посмотрите в зеркало, совершенно другой человек стали. Я в зеркало взглянул, господи, а кто там-то? Доктор говорит, да, Евгений Петрович. Вот что пластика делает, ребята.